Воспользоваться своим избирательным правом сегодня смогли и граждане, находящиеся в изоляторе временного содержания. Для них организуют выездное голосование. Такое прошло в Сургуте. К задержанным пришли члены участковых избирательных комиссий и общественные наблюдатели. Кроме того, соблюдение норм проконтролировали и уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стрибкова, и участники мониторинговой группы. Задержанным рассказали, что накануне им уже разъяснили все тонкости процедуры голосования. Мы наблюдали, как проходит голосование. Условия созданы прекрасны для них. Тайна голосования обеспечена. Все требования, которые необходимо соблюдать, члены УИК и сотрудники спецприемника обеспечили. И мы надеемся, что также и будут проходить дальше все последующие избирательные кампании. За время пребывания здесь под мониторинговым наблюдением я воспользовалась ситуации, прошла по всем камерам, как я уже сказала, побеседовала с административно задержанными и даже провела личный прием. Наша работа на данный момент ведется контроль, чтобы их права не были нарушены, чтобы им разрешалось голосование. Именно вот на сегодняшний день это так.